Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Основные признаки, что пришло время менять свою жизнь. Каждый однажды задумается о том, что хотел бы глобальных перемен в жизни. Но на самом деле, за общей неудовлетворенностью нынешним положением всегда стоят конкретные признаки, которые указывают на то, что так больше не может продолжаться, и пришло время круто изменить свою жизнь. Несмотря на страх принятия такого решения, это очень важный этап жизни практически каждого человека, проигнорировав который можно столкнуться с глубокой депрессией. Понять, когда же нужно набраться сил и сделать рывок неизвестное новое, помогут следующие признаки. Перестало радовать то, что радовало. Если в последнее время вам не приносят удовольствия вещи, которые приносили его совсем недавно, это может говорить о том, что изменились вы и ваши ценности. Интересы. Не нужно винить себя или пытаться заниматься бывшим хобби насильно. Это говорит лишь о том, что пришло время найти новое вдохновляющее увлечение. Постоянная разбитость. Чувство разбитости – нормально. По утрам или после работы, в идеале только после тяжелого труда. Но если вы чувствуете слабость постоянно, то это сигнал, что что-то идет не так. Скорее всего, причиной этому проблемы со здоровьем, токсичное общение, неразрешающиеся проблемы или нелюбимая работа. Определите, что именно лишает вас силы и энергии, и сделайте изменения в этой области. Недовольство своей зарплаты. Естественно, присущее всем безобидное желание хотеть больше не работает тогда, когда уровень зарплаты действительно не равен вложенным усилиям. Если вы часто думаете о том, что зарабатываете слишком мало, возможно, это говорит о том, что нужно попробовать что-то новое. Идя на риск, никто не гарантирует высоких доходов, но только так вы сможете получить шанс на работу с достойной и устраивающей вас оплатой труда. Внутреннее ощущение несчастья. Одним из главных признаков необходимых перемен остаются внутренние ощущения. Сердце никогда не обманывает. Чувство дискомфорта, неправильного выбора, какого-то дисбаланса всегда укажет на то, что это не ваш путь. Если чувствуется что-то подобное, важно не игнорировать эти сигналы, а проанализировать свое положение и принять меры, чтобы изменить то, что не устраивает. Бесцельное время. Последний, заключительный признак – это непокидающее ощущение, что вы бесцельно тратите время. Вдруг вы осознаете, что ваше время ограничено, и вы не хотите тратить его на бесперспективные мероприятия. Это чувство может возникнуть в отношениях с партнером, на работе, при общении с определенным человеком или компанией и во многих других ситуациях, но оно всегда четко указывает на то, что вам необходимы перемены.